один интересный вариант для средней дельты и для бокового удара. Делаем разводку, но не прямыми руками, а укороченным рычагом. Плечо идет перпендикулярно, не перед собой. И где-то угол 90 градусов дает предплечье. Для гипертрофии мышц, если мы в качковском зале, это неправильно, там совсем другая техника. Но именно этот вариант дает нам возможность правильно наносить боковой удар. То, что мы уже рассматривали. При этом здесь включаются мышцы ротатора манжеты. Но чтобы их усилить, мы продлеваем движение следующим образом. И таким образом мы прогружаем аж до связочек задней дельты. Получается мощное комплексное упражнение. Пробуйте его как разогревочное, как профилактическое и просто для разнообразия в тренировочном процессе.